здании на Оболоне когда-то существовал Киевский театр «Кин». Здесь в начале 90-х годов проводился фестиваль альтернативной музыки под названием «Музыка в стиле Кин», который организовывал известный продюсер Геннадий Кирпикин. С этого фестиваля, в принципе, началась история программы «Решето». Тогда, в 1993 году, первые выпуски программы посвящались тем музыкантам, которые были на фестивале «Музыка в стиле Кин». Ведущим первых программ был Алексей Ковжун, автор тогда популярной передачи «Пост». Сложно определить это понятие «музыка в стиле чего-либо», тем более «Кин». «Кин» — название театра на Оболоне, в котором проходят подпольные рок-фестивали. Только за этот сезон там выступило более 140 групп. Сложно описывать то, что вы должны увидеть словами, так что смотрите сами. Все коллективы и группы, которые участвовали в фестивале, перечислить невозможно. Но вспомнить некоторых из них мы, конечно, должны, учитывая при этом степень сохранности видеоматериалов. Ведь в 1993 году мы работали еще практически на бытовой аппаратуре. Итак, перед вами архив передачи «Решето. Музыка в стиле Кин. 1993 год». Группа «АУ» из Питера была тогда самым известным коллективом из выступавших на фестивале в 93 году. Это были первые настоящие панки на территории бывшего СССР. К сожалению, лидер этого проекта Андрей Панов, большой друг Виктора Цоя и Майка, ушел из жизни в 98 году. Как вам Киев? Вы в первый раз здесь. Какие вообще у вас впечатления? У нас 4 Андрея, Киев, да. Хорошо, даже очень. Отлично? Лучше одному, я по-другому. Лучше, чем отлично. Напоминаю, вы смотрите программу «Решето»
Музыка в стиле Ким. Вообще фестиваль «Музыка в стиле Ким» по праву можно было назвать международным, так как кроме киевских и харьковских групп здесь выступали группы из России и Германии. Например, те же «Ау» из Питера, «Матросская тишина», «Элайерский бенд» из Москвы, «Спутник Восток» из Ростова, «Ник Рок-н-ролл» из Тюмени, а также группы «Игл» и «Нафти» из Берлина. There I look for satisfaction. Let me leave this mess around. Let me live in this connection. Underground, I wanna get full satisfaction of you. Fuck you, love you. Satisfaction, love you. Fuck you, love you. Satisfaction. Places down Spanish, they used to you.
portals of latitude. Some of the expectations full of old. And for pleasure it's found around you. And every single day, every Christmas day, it's Spanish. Happy Christmas. Happy Christmas. Nothing changed, business for pleasure, it's to the fault. When many hungry children surround, who like crazy music, Santa Claus sweetness. And I hope Santa Claus sweetness to feel the Christmas. And I listen. Happy Christmas Day. It's fine. Happy Christmas. Happy Christmas. It's fine. Спасибо. Разрывали ногтями ненужную плоть и швыряли ее. Вечно голодным шлапом, високосным, выдался этот год стал врачей. На одну душу мою носите. Всех казенно-молельных домов рыдал ребенком. Заблудившийся голос мой, играй! Ставший вечным, как агастер, свой рок-н-ролл. И пошик крысы стрявый, низкий своей високосным. Выдался этот мир сто врагов. На одну нашу смерть високосным. Выдался этот мир сто смертей. На одну нашу жизнь играет. На горе стоит архангел, в
правой ручке снопик молнии держит. Говорит он путникам сурово: «Прочь идите, вас Господь не примет!» И подобно двум змеям гремучим поползли вниз, пресмыкаясь. Каин, 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 Искариота. Каин, Искариота. Каин, Искариота. Bang!
посвященная городу Владивостоку. Куда-то шли под луною, наверно, в мир цветных иллюзий. Бок о бок с вечною любовью. Цветы завяли, а в ногах теперь усталость. Время нас обмануло. Мы опоздали. С липкой конфетой в зубах. Чтобы понять его, нужен хотя бы страх. Слушайте меня, слушайте меня. А кругом краснела осень. Что говорит берегу? Подносит светлые, нецелованные дожди. Этот город увяз с липкой конфетой в зубах. Чтобы понять его, нужен хотя бы страх. Слушайте меня, слушайте меня. Напряженной суетой расстели мне дорогу, дай почувствовать покой. Помоги остынуть нервам, просижу здесь до ночи. У тебя, мой друг, в гостях леса, а вокруг бесполезный театр. Он играет свою роль шприца и безумная метит игла. Прямо в сердечный экватор. Ругай себя за тревогу. Это временный ход. На этот путь смотри и думай. Сейчас наоборот, все хорошо. Этот город увяз с липкой конфетой в зубах. Чтобы понять его, нужен хотя бы страх. Слушайте меня, слушайте меня. Мертвый зимний.
фиолетовые стекла. Фестивали вместе с немцами отметились тогда молодые братья Карамазовы со своим первым еще составом. Я люблю тебя, как годовщину октября. Пусть будет водка, если нечего пить. Пусть будет, ну, хоть раз некого любить. Давай! Пусть ветер дает, а нам осталось чуть-чуть. Пусть будет день, я точно вернусь. Давай! Yeah.
Параллельно с фестивалем «Музыка в стиле Кин» наша программа начала тогда заниматься съемками отдельных концертов. Одним из первых был концерт группы «Браво» с Жанной Агузаровой в главной роли. Верю я, ночь пройдет, сгинет страх. Верю я, день придет, весь лучах. Обрубая мне новую песню, а главное, а не пройдет мне лучи слезовущий славный мой белый день. Сколько зим ночь была, сколько лет будет жизнь, сгинет мгла, будет и свет. Обрубая мне новую песню, а главное, а не пройдет мне лучи слезовущий и славный мой белый день. В этом же году наша программа впервые попала в Дом культуры Киевского политехнического института, где всегда проводилось множество концертов и фестивалей. Один из концертов 1993 года знаменитой группы «Вопли» Видоплясова стал основой для первой передачи об этом коллективе. Впоследствии в 1996 и 1997 годах мы выпустили еще две программы о ВВ. Но это уже другая история. Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб. Там будуть танці. Ми вспоминаем цілі тиждень. Багато є болячок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танца запрошує нас. У клубі були люди танці. Та-та-та танці. Зали були добрі танці. Та-та-та танці. Танці.
В конце 1993 года программа «Решето» подготовила свой первый полноценный концерт с Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум». Здесь впервые мы стали использовать передвижную телевизионную станцию. Глубоко в джунглях, куда я вернусь, когда я кончу дела? Глубоко в джунглях, где каждый знает, что сажа вела. Глубоко в джунглях, пьют так как пьют, потому что иначе ничего не понять. Но достаточно бросить спичку, и огня будет уже не унять. Когда ночь была девочкой, и каждый день был океанской волной, тарелки не влетали в окно, и все мои слова оставались со мной. Я сказал: стоп, вот мое тело, вот моя голова, и вот то, что в ней есть. Пока я жив, я хочу видеть мир, о котором невозможно прочесть. Я хочу видеть доктора с лекарством в чистой руке, или священника, с которым я смогу говорить на одном языке. Я хочу видеть небо, настоящее небо, от которого это только малая часть. И я возвращаюсь сюда, здесь есть куда взлететь, и есть куда пасть. Всегда зелена на том берегу, когда на этом тюрьма. Как сказал Максим Горький Клеопатре, когда они сходили с ума. Если ты хочешь сохранить своих сфинксов, двигай их на наше бумно. Мы знаем, что главное в жизни — это дать немного света, если станет темно кому-то в джунглях. We'll be right back.
на телефонной станции мор. Нет смысла писать мне писем, письма здесь разносит волк. Ему пофигу любые слова, но как не взять, если это в крови. Пока мы пишем на денежных знаках, нет смысла писать любви сюда тюрьму. Глубоко в джунглях, куда я вернусь, когда я кончу дела. Глубоко в джунглях, где каждый знает, что Саша вела. Глубоко в джунглях, пьют так, как пьют, потому что иначе ничего не понять. Но достаточно бросить спичку, и огня будет никогда не унять. Ну вот и все о 1993 годе. Это было начало истории программы «Решето», ее становление. В следующей программе «Решето. История. Год 1994» вы встретитесь с Юрием Шевчуком, группами «Пикник», «Калибри» и многими другими коллективами, которые участвовали в то время в нашей программе.